Кубок главы Петропавловска по танцевальному спорту пройдет в Краевом центре 24 ноября. Традиционно он станет площадкой для демонстрации профессионального мастерства представителей клубов, входящих в Камчатскую федерацию танцевального спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 60 пар. Это и начинающие конкурсанты, и спортсмены высшей школы в возрасте от 4 до 19 лет. Танцорам предстоит соревноваться в европейской и латиноамериканской программах, а также в двоеборье. Соревнования пройдут в субботу в спорткомплексе «Звездный», начало в 15 часов.